В эти минуты в кинотеатре «Сеспель» торжественно открывается 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Столица Чувашии вновь превратилась в один большой кинозал. С 21 по 25 мая на многих площадках Чебоксары в районах республики покажут этническое и региональное кино. Сегодня днем с участниками и гостями кинофестиваля встретились мои коллеги Галина Титарчук и Александр Петров. В этом году программа кинофорума очень разнообразна. В нее вошли конкурсные и внеконкурсные показы игровых, анимационных и документальных фильмов, мастер-классы, творческие встречи. 11-й праздник кино поистине стал международным. В основной программе три иностранных фильма. Зрители жюри увидят ленты, созданные в так называемом Азиатско-Тихоокеанском регионе. А председателем жюри конкурса этнического и регионального кино стала киновед из США Нэнси Конди. Мы пересекли границу из Татарстана в Чувашию буквально три часа тому назад. Мне так обалдело, настолько у вас замечательная природа, прежде всего. Поля, леса. Как красиво все это. И явно, что люди уважают природу здесь. Явно, с первого взгляда. Мне так кажется, что люди очень добрые и действительно поддерживают свое кино. Настолько я жду этих фильмов, потому что иначе как мне даже знать об этом, если меня не пригласили сюда. Я очень благодарна, что Сергей меня выбрал быть здесь несколько дней. А вот председатель жюри основного конкурса уже знаком чебоксарскому зрителю. Александр Прошкин, постоянный гость Чебоксарского кинофестиваля. Это фестиваль про человеческое кино. Фестиваль с человеческим лицом. И я желаю ему всяческого успеха и многолетнего существования. Я с большим уважением отношусь к Чебоксарскому фестивалю, не говоря о том, что это волшебный город на Волге. Специфический подбор фильмов все-таки говорит о том, что есть люди, которые приходят в кинозал для того, чтобы получить вот что-то для души. Бум кино говорит о том, что нация находится на подъеме. Именно картины Александра Прошкина «Холодное лето 53-го» сегодня открывается Чебоксарский международный кинофестиваль. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.